Не хочу. Они будут есть, да? Конечно. Вот это да. Мне рассказывали, могут крыльями очень больно бить, да? Даже что-нибудь сломать. Да. Мамочки! Корней. Да, просто все ближе и ближе как-то. Он же их еще и защищает одновременно. Опасный ты парень. Побольше начинает. Я просто думала, что они такие безобидные, а потом мне сказали, что они могут там крылом руки, ноги приломать человеку. Да? Спасибо вам за хлеб огромный. Ой-ой-ой. Ну, ты настоящий мужчина, да. Всех защищаешь. Молодец. Серенькие, как игрушечные прям, да? Как плюшевые игрушки. Это вот как раз тот момент, когда взгляд кому-то. Там можно кормить хлебом? Да. Спасибо. Здесь спасибо большое. Да. Волнуйся.
дорогие, это такое счастье, мне так повезло. Сейчас, конечно, я лежала вообще на другом берегу сначала и видела лебедей. Думаю, такая семья с детками, вот видели, я сначала их издали снимала. Потом думаю, дай-ка подойду, попробую, ну, поближе подойти к ним. С другого берега, и оказалось, там такой мужчина хороший с сыном в беседке сидел и дал мне целую пачку хлеба, чтобы я могла кормить лебедей. Представляете, я туда пришла, они ко мне плывут, плывут, плывут сами. Это необыкновенно, они такие серенькие, знаете, вот как плюшевые игрушки. Просто на них смотришь, даже не верится, что вот эти детки, они живые, просто какие-то игрушечные, такие пушистики хорошие. А отец такой, видели, прям самец такой защищает, шипит. И даже в какой-то момент вообще очень испугалась и думала, что он сейчас, конечно, крылом как поддаст мне, но, слава богу, все нормально. И потом боялась свои шлепки забрать, потому что, ну, сняла их сначала, такая потихонечку их там сняла, когда они, ну, начали подплывать, и шлепки оставила. А тут такой раскаленный кругом, ну, асфальт, песок, все горячее. И мне уже ноги жжет, я хочу шлепки забрать, этот самец там защищает, не дает, значит, мне подойти, ну, забрать их. И хорошо, что мужчина, который дал вот хлеб как раз, ну, помог мне, эти шлепки взял в руки, значит, ну, не побоялся и дал их мне, чтобы я могла оттуда уйти. Вот, поэтому это огромное везение, что мы смогли вот так вот их покормить, так близко и снять. В общем, я очень довольна. Надеюсь, что вам тоже понравилось так близко-близко увидеть эту чудесную семью лебедей.